Здорово. Как дела? Я сначала не заметил. Да ничего. Что делаешь, брат? Да вот я стараюсь написать как бы рэп. Рэп? Фига себе, четко. А что получилось? Ну, тут, конечно, не сильно, но мне нравится. Можешь зачитать по-братски, пожалуйста? Йоу, йоу. Ага, я понял. Ага. Дальше что там? Йоу. Давай читай рэп уже свой. Пень. Пеньки. Ага. Бобры. Бобры. Ослы. Все, успокойся. Ага, я не почитал. Это ты мне что, животных зоопарка перечисляешь, Риша? Сам ты животное. Я обиделся. Брат, не обижайся. Позволь взять твою руку и направить тебя в школу рэпа. Давай, погнали, брат. Но прежде чем ты попадешь в школу рэпа, ты должен открыть вот эту дверь. Ой, подожди, я ее закрою, подожди. Заходи, брат, скорее, это твое время, твое место, давай. Это школа рэпа. Что за лицо? Тебя не поразила школа рэпа? Да, конечно, поразила, но морду очень бьет. Можно выключить одну лапу? Мы просто хотели понять, чтобы ну, было типа круто. Ну... Очень круто. Стой. Эй, йоу, здравствуйте, дорогие ребята. Меня зовут мистер Доктор Рэп. А это мой ученик. Меня зовут... Джеги. Твой никнейм будет Джеги. Джеги, дай пять. Красавчик, все, успокойся. Эй, чуваки, не забывайте подписываться на наш инстаграм и на этот канал, мазафака. Блин. Этот маленький парень хочет делать рэпера. Это всего лишь маленький little beach. В переводе маленький пляж. Я маленький пляж. Но сейчас мы это исправим, да? Да. Ты хочешь научиться делать рэп? Да, но можно тебя спросить? Я мистер доктор рэп. Мистер доктор рэп. Это я. Да, это ты. Listen to me. То есть, I listen to you. Я слышал твой рэп. Это ужасно, чувак. Но вот именно с этого мы и начнем. Ты готов узнать кодекс рэпа? Там ничего страшного нет. Я надеюсь, этот малец готов, потому что я буду делать это дерьмо. Ну что, малой, готов делать рэпчик? Конечно. Йоу. Вот тебе листик. Маркер, записывай, чувак. Чувак, ты должен это записать прямо сейчас, чувак. Now, прямо now. Right. Директор. Please, доктор, мистер рэп. Хорошо, рэп, мистер доктор. Of course. Итак, кодекс рэпа. Напиши это дерьмо. Итак, чувак, правило number one. После каждой пятой фразы говори «уу» или «йо». Ты меня понял? Да. Йоу. О, ты меня понял? Of course. Yeah, bitch. Yeah. Брат, это тупой вопрос. Stupid ass. С этим все, ты понял, да? Да. Да. Брат, братишка, бразер, нигер. Тебе нужен другой шмот, брат. Лук, другой меч, брат. Вот это дерьмище, брат. Это говно. Это все дерьмище, брат. Как ты мог в школу рэпа зайти сюда с таким дерьмищем, брат? Сел сюда, чувак. Взял эту чертову тетрадь, брат. Сел. А теперь бегом. Пошел за шмотом? Да пошел, ты сказал, за шмотом пошел. Чего ты в школе рэпа? Рэпер должен вас взять вот челюсть, сделай, как будто после зубного обезболивающего в калории, вот, она должна отвиснуть. Не, язык спрячь, вот, я чувак. Нет, говори нормально. Привет. Да, брат, привет. Да, брат, пять. Запомни, брат, нет слова друг, товарищ, есть только брат, нигер, мэн. Мэн. Чувак, ты чё говоришь с меня? Я тебя... О, чувак. Ты поднял руку на мистер доктора, брат. Чувак, чё? Рэп доктор. Нет, нигер, мэн. Нигер. Нигер, мэн. Нигер. Мэн. Мэн.
нет слова плохо, есть слово bad и дерьмо. Ну в твоем случае какашка. Этот рэп какашка. Твой рэп полная какашка. Чувак, мой рэп какашка. Ты сам сказал это сказать, йоу. I understand, sorry. Forgive me, brother. Шо? Nothing, брат, nothing. Нос? Самое последнее из кодекса рэпа. Нет слова блин, есть слово чё? Оу, щит! Смеёшься, чувак, в кулак. История рэп, записывай. Возьми своё дерьмо, брат, чувак, возьми своё дерьмо, не напрягай меня. Не напрягай меня. Ты чё? Я не дерьмо. Возьми ручку, мадафак. Неужели ты не можешь взять свою гребаную тетрадь? А чувак, сядь на место. Так, по-быстрому записывай. Значит, первое. Фейс и Ольга Бузова — это разные люди. Фараон — это парень, не девушка. Лиска — это не МС Анюта. Это разные люди. Скриптонита на концерте не пучит. Это манера чтения. Хлеб — это не тесто, это рэп-группа. Хованский, батя в здании. Егор Крид не голубец, он просто смазливый. Ага, что еще? Моргенштерн — это не пальма. А также Кизару — это гангстер. Просто ему иногда помогает мама. Все, чувак, ты записал все это дерьмище, и теперь ты просто выпускаешься из факультета истории рэпа, брат. Да, я сделал это кукашку. Эй, подожди, не спеши, то мы тебя должны поздравить. Тройной У в честь моего выпускника. У! 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 Ох, это было неплохо. Я купил себе носки на рэп. Но они мне жмут вообще-то. Ноги не потеют у меня. Бля, жаба, кони, бля. Да, брат, да, это было сильно. Эй, йоу, юный сабскрайбулачи. It's video приходит then. And please subscribe this channel. То есть, please подпишитесь, мазафака, на этот канал. Давайте наберем здесь 5000 лайк. Теперь тройное нашим подписчикам. Он, я, мы вас love. Помните, please, memory, память. От сердца, брат, от сердца. А чего твоего? Камеру. Брат, дай тебе обниму, брат.